скажите, кто-нибудь хочет, чтобы учились ваши дети? Нет, конечно. А дети вы хотите? Нет. Вот пускай дети расскажут. Еще лучше отправили в специнтернат. Мы знаем, мы позвонили сегодня в комитет защиты прав наших детей, то есть детских прав. Нам сказали, что в этом году был открыт специнтернат для таких детей.